Всем привет. Погода в этом году какая-то непонятная, аномальная. Все никак не может настать тепло. Вроде с утра уже солнышко светило, пока сюда шел, стало как-то пасмурно. И сейчас вот начинает накрапывать дождик. Надеюсь, ливня не будет. Ну, хотя вот так вот смотрю сейчас на облака. Там вроде как бы небо немножко затянуто, но конкретно таких туч нету. Сразу же туда сейчас буду рассказывать, что я хочу сегодня сделать по землянке. Буду переделывать крышу. В первую очередь тогда уберу изолон, который у меня изнутри. Потом буду убирать землю, тент. Ну и надо будет мне сложить максимально близко друг к другу жердей, ну или бревна, которые у меня там лежат. Потом еще надо таскать с берега недостающие, там сколько там будет их, не знаю. В общем, с одной и с другой стороны. Потом положу изолон, который у меня там остался. И еще в прошлом ролике я делал баню, скорее всего. Там местами где-то вырежу, где у меня там есть дыры, ну где вот я вырезал под трубу, там это вырежу, склею скотчем и еще сверху дополнительно сделаю пленкой. Потом туда уже снова положу тент. Но если он у меня там сохранится, будет в нормальном состоянии, наверное, его тоже тогда положу и потом уже снова буду зарывать землей. Также хотелось бы еще засыпать землей вот эти бока у меня, которые с левой стороны, и тут с правой стороны. Я уже попил чайку, сейчас тогда достаю свой инструмент и начинаю переделывать крышу. Все, изолон я отсюда уже убрал. Осталось только вот здесь вот еще вот эти места. Ну тут я сейчас по-быстренькому прямо вот так вот открываю.
Погода начинает портиться, опять накрапывал небольшой дождик. Сейчас беру туда в руки выдергу и начинаю постепенно выдергивать вот эти жерди. Потом нужно мне их будет сместить максимально друг к другу материала, которого не хватит. Надо будет идти на берег и там уже притаскивать сюда эти жерди. Все жерди я отсюда убрал, сюда в сторону сложил. Также надо будет переделать вот эту лагу, этот брус, вот, который здесь лежит, надо будет его отсюда убрать. Тогда лагу, наверное, я, так как здесь комель, переверну на ту сторону, так как там у меня ниже. То есть вот это расстояние, оно больше у меня. Сделать надо будет такую вот чашу, чтобы максимально плотно ложилось к этому бревну. Также надо будет проложить будет жутую ленту. И потом сейчас тогда буду заниматься уже той стороной. Также надо будет там убрать жерди. И там есть еще у меня, получается, раз, два, третье бревно, которое у меня, оно туда выпало. Надо будет его переделать тоже. Вот такой творческий беспорядок у меня в землянке. На улице наконец-то появилось солнышко. Даже вон птички запели. Сейчас нужно будет подогнать вот эту жердину. Не могу я сюда плотно сделать к этой опоре. Не дает вот этот пас. Надо будет углубиться вот сюда пониже. И туда она, думаю, зайдет. Этот угол у меня свободный. Там ничего не мешает. Также надо будет сделать с этой стороны. Здесь еще надо будет подогнать дополнительную жердину сверху. А потом уже вот это тогда у меня лага, она пойдет вот здесь вот, прям напротив этой стойки, вот так вот ровненько. Есть у меня тут небольшой такой вот родник. Сейчас туда наберу воды. Надо пообедать, да чай попить. Он у меня не глубокий. Обычно, когда набираю воду, муть поднимается.
Показываю проделанную работу, положил 12 жердей, провозился очень долго вот с теми, с двумя верхними жердями, которые у меня там сейчас лежат, между ними положил джутовую ленту, также там сделал тоже так же. В этот раз решил их вот так вот положить, поставил воду кипятить, сейчас надо будет перекусить, там у меня ГПшка есть, и попить чай, ну и буду выдвигаться до дома, хотелось бы мне добраться до темноты. Не знаю, здесь постараюсь как-нибудь закрыть, чтобы, если дождь пойдет, он, скорее всего, по-любому пойдет, здесь как бы не затопило, так сказать. Там все равно у меня печка, надо будет ее как-то закрыть, пленка, наверное. Ну и тут, если тент нормально получится, накину, тогда им закрою. Сейчас тогда спускаюсь к низу и там показываю еще изнутри, как я сделал. Вот с этими двумя жердями я очень долго провозился. Вот это у меня бревно, оно выпало туда, сейчас я его приколотил, оно у меня на месте. Вот так вот оно у меня здесь смотрится, как будто плавно стена уходит в потолок. Также долго провозился еще вот с этими двумя жердинами, тоже надо было подогнать. Всем привет, сегодня второй день, как я начал переделывать крышу. Показываю, что я успел сделать в прошлый раз, положил 12 жердей. До сюда не успел доделать, так как время уже было довольно-таки много. Сверху положил тент, сейчас покажу. Чтобы если дождь пойдет, так туда у меня дождь не попал. Ну и также сверху положил жерди, чтобы здесь не раздувало. Сейчас тогда пойду на берег и буду там уже искать материал. Видимо, кто-то здесь успел у меня побывать. Увидел здесь такой вот рисунок. Не знаю, человек, видимо, себя что ли нарисовал. Такое ощущение, как будто здесь борода. Эту сторону я почти доделал, осталось там примерно положить 2-3 жердины, и уже вот там уже доделан. Сейчас да, еще сюда дополнительно принес сколько? 1, 2, 3, 4, 5 жердей. Начну тогда отсюда выкладывать к этой центральной балке. Thank you.
Ну а в следующий раз, когда сюда приду, тогда надо будет заняться дымоходом. Здесь где-то у меня будет выход. Потом придумаю, как это сделать. Также у меня там еще остался изолон, который был изнутри на крыше. Сделаю его сверху. Потом положу пленку. Когда делал баню, у меня тоже она здесь осталась. Ну а потом уже туда заселю все тентом. На сегодня буду с вами прощаться. В следующий раз, когда сюда уже приду, тогда уже окончательно наделаю крышу. Ну и надеюсь, успею закидать землей. Вам огромное спасибо, кто посмотрел мой ролик. Всем пока!